По пути в Кобрин мы решили заехать на страусиную ферму. Я здесь не была тоже. Я тоже. Пойдем посмотрим, да. Ребят. Стоимость билетов 10-15 рублей. И можно купить угощение для животных, они за 2 рубля. Здесь сейчас не только страусы, но есть и другие животные. Знаете, скорлупа страусиного яйца расписная 95 рублей. 2 билета приобретено. Можно покормить страуса с рук. Нормально, не так уж и страшно. Да? Ограниченное пространство. Страус может... Это пумба! Какая хорошая. Привет, Зона. Ты добродушный молодой человек. Здравствуйте. Майк Тайсон. Видишь, голову подставляет. За нами слежка. Ну, у нас как бы вырос, мы его кормили с молоком, с сосочкой до года, поэтому он любит обнимашки. Необычного на ферме здесь, конечно же, страусы, есть лось. Олень, да. Олень. Но если хотите посмотреть на страусов, то да, можно заехать.